Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад в Нижнем Новгороде. Уровень заболевших за неделю снизился на 7%. Поэтому решено, что с 20 числа в школах областного центра возобновляются занятия. Но остается так называемый внутренний карантин. Временно дети будут обучаться исключительно в своих классах, чтобы минимизировать распространение инфекции среди всех учеников школы. То есть даже старшеклассники не должны ходить по кабинетам, а слушать все предметы в одном помещении. Не окончен пока карантин и в секциях, кружках и фоках. И говорить в целом, что инфекция отступает, нельзя. Количество заболевших среди взрослых нижегородцев до сих пор велико. Отмечается все-таки повышенная заболеваемость гриппом и респираторными инфекциями в основном за счет взрослого населения. В связи с стабилизацией ситуации, по результатам мониторинга, до конца недели будет принято решение о возобновлении работы учреждений дополнительного образования. Пока данное решение не принято. Единственное ограничение остается по массовым мероприятиям. То есть пока на сегодняшний день все так же мы проводим дезинфекцию, все так же проводим санитарно-гигиенические мероприятия. Ну и, соответственно, в детских садах проводим фильтр детей при приеме утром. То есть, получается, это относится ко всем школам? Потому что они же не единовременно уходили на карантин. Какие-то школы раньше принимали решение. В данном случае сейчас мы выходим с карантина все образовательные организации. Исключением составят те образовательные организации, у которых включены, вернее, вручены индивидуальные уведомления от Роспотребнадзора. Если там уровень заболеваемости слишком высокий, то они остаются. Дарья Кульбакина, «Время новостей».